Хайо, гайс, с вами Шемики, и у нас очень большая проблема. Смотрите, помните, я уже прошел Borderlands, так? Я там в игрушке еще присутствует 4 DLC. Там, получается, Промокси, арена. Потом остров зомби Доктора Z. Потом как корпорация вот этих жестянщиков, вот этих роботов. Железяк, которые восстали. И еще есть какой-то, типа, где на байке только ездить почти что. И вот, я же решил проходить DLC-шку Зомби Island Доктора Z. И я начал снимать, но у меня выбило свет, и когда я зашел повторно в игру, решил зайти в одиночную игру и... Corrupted файл. Файл поврежден, оказывается. Я ж нажимаю, и тут написано, это сохранение игры повреждено и не может быть загружено. Вы хотите удалить ее? И вы, наверное, уже поняли, да, что чтобы мне пройти DLC-шки, мне нужно заново пройти игру, как я раньше проходил. Почти все побочные миссии идут. Но вы понимаете, какой-то промежуток времени займет все. И я думаю, либо я, может быть, сниму когда-то, там, может, в следующем году. Но я не уверен. Но пока что, ребята, DLC-шек не будет по борту. Может быть, я буду снимать сейчас в борту вторую. Но это просто жесть. Ну ладно. Спасибо, что уделили мне время. Если что, я вдруг скачу потом читы, быстро пробегусь по всем квестам, как раньше. Либо посмотрю, может, где-то можно скачать сохранение к игре. И плевать, если там будут другие способности прокачаны. Другое оружие. Я просто хочу вам пройти DLC эти. А, спасибо, что потратили время на то, что я вам сказал. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хотя этого не нужно делать сейчас, потому что это просто как видео, что произошло. Поэтому всем пока. Хайо, гайс, с вами Шимики, и это Borderlands. А сейчас вы, скорее всего, посмотрели моментик, да, где я рассказываю, как у меня слетели сейвы. И прошло уже где-то 3 месяца с того, как я это снял. И, ну, да, где-то приблизительно 3 месяца. Я сначала искал сейвы для своего персонажа, я только нашел один, но там пройдено все DLC, максимальный уровень, ну, смысл мне этого. Поэтому я искал... Да-да-да-да. Я искал, что можно все-таки сделать. Скачивал читы, но они у меня не работали, либо просто крашилась игра. Поэтому... Со временем я полазил много всяких сайтов. Что я только не искал. И я нашел одну очень хорошую программу. С помощью которой можно создать себе любой сейв. Да, я создал себе персонажа 36-го, который у меня был. Я уже начал вот заново. Вот. Берсерк я создал так же, как все и было. Но с одним нюансом. Сюжетное задание вы уже, наверное, видите. Девятипалый. А я создал все почти то, что у меня было. Я себе немножко сейчас накрутил денег. А если быть точнее, то 6 лямов дополнительных. Из-за того, что у меня просто нету оружия. Да, там можно настроить себе оружие. Место появления почему-то не работает. Вот. Так, все. Мышка настроена. Мышка настроена. Вот. У меня слоты закрыты. Я рюкзак только нам еще увеличил, и все там, все, что возможно было. Денег у меня сейчас немного потратился, чтобы купить щит. Вот он, начальная типа миссия, чтобы... Так здесь все как было. Стоит. А, да, только нету артефакта. Это минус. А, слетели все достижения, да? И, короче, все, что было. В основном. Поэтому... Какая сейчас будет трудность? Мы с этим оружием, да, с начальным, летим в DLC. DLC, который я хотел начать, но у меня потом все слетело к чертям. Это Джаков Скаф. Это DLC, связанное с зомби Доктор Нет. Или Z. Я не знаю, в первой, наверное, серии мы сейчас будем мучиться, в основном юзать только свой скилл. Так, давайте сразу немного потише сделаю, да, наверное, там музыку. Эффекты. Вот так сделаю.
И что сказать? Ну, что будет, то будет, поэтому погнали. Я сделал все максимум, что я мог. Джакоб Скаф, поехали. Да, мне жалко вот то оружие, которое у меня было. Оно просто было потрясающим. Электроснайперка. Кислотный ревик. Ну, ладно. Dead Zombie Island of Dr. Ned. Зомби остров доктора Неда. Это был темный дождливый ночи. В одном далеком уголке Пандоры, куда отважились спуститься четверо смельчаков. Эл и Тэ, это новый парень. В поисках мифического хранилища наши бессмертные путешественники оказались под кронами деревьев. Что это такое за деревья? Во все святого, это такие высокие растения. Вот такие? Хватит перерывать меня. Перерывать. Так вот, они оказались под кронами деревьев Джакоб Скаф. Земли разрушены и забыты самим временем. Там жил ученый доктор Нед, который совсем не похож на доктора Зеда из прошлой истории. Нед пытался помочь всему, что... всему человечеству, но не смог. А, я знаю. Да, дядя создал зомби. Невежливо перебивать старших. Слушай дальше. Так вот, в результате получилось полное дерьмо. И здесь, собственно, начинается история. А все это было на самом деле? Да. По крайней мере, почти все. Ты обещал. Так, мышка, все настроено, все готово. А, так, DLC, я посмотрел, с каких еще нужно уровней их начинать проходить, да? Здоров. Здесь, да, будет английский язык. А, не, он говорит по-русскому. Добро пожаловать в Зомбиленд. Железяка, прессовый защитник турели. Железяка сообщил вам о недавнем нашествии зомби. Обычно город обороняет три турели, но они не распознают зомби как угрозу. Последняя надежда на спасение и защиту города – это принастройка оборудования турелей. А вы видите, с 10 уровня. А приветствую тебя, дезинформированный корм для зомби. Я не представляю корпорации Джакобс, но они взломали меня. Что бы я сообщал людям типа тебя о том, что корпорация будет благодарна в разрушении сложнейших там ситуаций, я должен тебе предупредить, что зомби высосут твой мозг, как будто что это чашка капучино, потому что слишком близко. Если ты все еще хочешь помочь, тогда включи оборонительную систему города и начнем. Капитан. Так, я хочу, чтобы у меня комфортно мышка была. Ну ладно, более-менее. Я не знаю, я, если честно, уже немножко проверил на зомби, да, вот этих. Домогания, то поверьте. Этот DLC рекомендуется с 15 уровня. Потом есть DLC, который рекомендуется вообще с 31 уровня. Я не знаю, как это будем делать. Нужно здесь оружие купить будет, все сделать. Вот. Типа, с одной стороны, да, вот. Смотрите, враги. А, не. А вот когда я первый раз смотрел, да? На первом уровне сюда пришел. Дерьмово все было. Мозги. Денежки. Денежки мне чисто нужны, чтобы закупиться оружием, которое у меня отняли. Так, давайте дробаш возьму. Так, все, вижу пушку. Это мозги, не то. 7 уровня. Окей. Приму к сведению. Так, давайте, наверное, речь немного сделаю погромче. Добрый зомби. Да, он очень добрый. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Хорошо, что они не так жесткие. О, спасибо за косарь. Не, я лучше сделаю немного погромче. Видео геймплей.
Так. Зомби. Мозги, я думаю, стоит, да, собирать или нет? Оружие у меня тоже не прокачано. У меня вообще ничего не прокачано здесь. Стихийное оружие, вот первое, которое я нашел, да? Без патронов, ничего у нас нету. 7 уровня. Пиздец. Ладно, давайте пока дробаш возьму. Я не знаю, ребят, но вы сами понимаете, в какой я сейчас жопе, в какой ситуации. Перепроходить игру — это то же самое, что если бы я играл, у меня снова бы вылетело. А так хотя бы я буду знать, если у меня вылетит. А, ну да, если вы, допустим, захотите тоже как-то так восстановить себе какие-то хоть данные. Почему я не смог сделать там оружие? Там можно было оружие, там можно было все угодно, что хотите делать. Фигня в том, что там нужны индексы оружий, кодексы, всякое такое. Это очень-очень сложно. Так, патроны. Я вот не знаю, считать вообще задания с доски или просто их выполнять. И не мучиться. Тихо, сюда иди. Ну, как вы видите, я оставил все, как и было. Что мне сейчас только нужно, это... Так, дай дробаш. Турельки так восстановить. Угу, все, работает турель. А мне только интересно, почему у меня враги все-таки 10 уровня. А, странно. О, спасибо, снайперка — это очень всегда хорошо для меня. Просто когда я начинал только проходить DLC, да, у меня выбило свет, вот это все. И слетело. Я посмотрел, уровень врагов был 31. И мое оружие вообще ничего не наносило. Ну, кроме рукопашки, конечно. То есть теперь все довольно хорошо. Турели должны удерживать зомби, теперь город в безопасности. А где же доктор? Железяка рассказывает вам, что есть доктор, которому можно понадобиться ваша помощь в уничтожении зомби. Найдите кабинет доктора Неда и пристану, и узнайте, что происходит. Так, это доска объявления, да? Так, что мне нужно? Железяк от тебя, вот честно. Магазин с оружием. Очень сильно мне нужно магазин с оружием. Слабое оружие. Большой вес, большая точность и эффективность. Так, ладно. Вы видите, это... Здесь должно быть не все такое. А почему здесь все такое? Зеленое, да? А это из-за того, что я не смог по сюжетке пройти дальше, и у меня будет всего мало. Да, обидно, печально. Но я думаю, как-то с этим буду справляться. Это дерьмо. Так, тебя купить. Да, это модификация гранат, я понял. Я помню все. Так, давайте я поставлю снайперку, но я не думаю, что тут снайперка хорошая. Блин. Седьмой уровень, вы гоните. Так, ладно, погнали. Внезапно стали мощнее, и теперь обладают особыми возможностями. Старайтесь не упускать новые разнообразные модификаторы гранат, чтобы добавить мощи своим арсеналам. Почему он такой тихий, я не могу понять. Это музыка, да? А мне нужны эффекты, что ли? А, громкость голоса, вот, тихо. На максималку все, значит. Я тогда не знаю. Так, вороны на меня летят, я это вижу. Да, они уже слетаются потихоньку. Ну давайте, нападайте. Щит у меня дерьмо. Единственный вот минус, да, это... связанная с DLC 2, который я буду начинать проходить. И почему там минус? Из-за того, что... Сейчас, подождите. Так, вот это куплю, да.
Эти щиты херовые. Так, супер быстрая перезарядка. Здесь у нас что? Невероятная защита от огня. 73. Ну, это получше будет, что у меня сейчас стоит. Там, потому что враги намного сильнее, чем здесь. Так, ладно, где же доктор Нед? Доктор Неда нигде не видно, но зато на двери висит записка. Дом доктора Неда. Бессмертный убийца зомби, новое задание доступно на доске объявления. Хорошо. Джекобс, я приду туда. Я не вижу смысла, если честно, вот это все читать. На двери кабинета доктора Неда висит записка. Там написано, я не собираюсь торчать здесь и ждать, пока меня убьют. Я гораздо лучше защищен у себя дома, если все же найдется кретин, который прочтет это. И я тебе не смогу ничего больше сказать из-за того, что она опущена вниз. Хотя можно сделать G, да, кажется? G, K, L, L. Доме рядом с рекой. Ну, лучше лишиться... Ну, лучше лишний раз не раздражать меня. Удачи. Да, я лучше буду так проходить, да и все. Здоровяк, так, мне нужно вернуться к этому. Так, мне нужно вернуться к доске объявления и взять там задание. Как вы помните, я выполняю все на 100%. Да, у меня очко умения есть. Shit. Берем все. Ладно, давайте их... Я не знаю, смысл есть читать, потому что мы тогда вообще ничего не читали, и это будет много времени занимать. Очень много времени. Дом доктора Неда, это мы читали. Тыквоголовый. Это Патриси Теннис. Давно ходила легенда о таинственном и неуловимом создании в Джековскаве. Его называют Тыквоголовый. Страшного, да? Я зову его просто Боб. Меня, как немного чокнутого ученого, заинтересовала эта история. Хочу узнать... Все из первых рук. Конечно, лучшим доказательством этого существования, которое подтверждает поиск, будет труп. Хотя... Достать смазанную фотографию или эхо с непосредственными звуками, это тоже было бы неплохо. Но трупах все же лучше. Говорят, они шатаются по болотам. Но выходить только тогда, когда люди вырезают жуткие рожи из тыкв и ставят их на свечки. Мне этого не понимать. Мне этого не понять. Никогда не любила готовку. Короче, посрать, давайте. Я просто буду делать миссии. Потому что сколько... Вспомните, сколько мы тогда выполнили дополнительных этих мини-сюжетных миссий. Это просто было... Дохерище. Так, стайпаем. Куда я сначала иду? Тыква, тыква, тыква. Джекобс Каф, давайте я сначала выполню. Яйца мне нужны, да? А, что мне еще нужно? Способности. Продолжительность режима берсерка. Сопротивление урону. Следующий урон, шанс оглушить. Здесь щит. Я не вижу ни смысла ни в том, ни в том. Давайте вот это прокачаем, да? Продолжительность режима берсерка. Качаю на максимум. Потом буду качать уже второе. Блин, нужно бомбу докупить. Да, такое все у нас дело. И очень все хорошо. Так, где мне голубей этих птиц найти? Вы мне лучше скажите. Я не вижу, где они летают. Здесь у меня они не летают, к несчастью. Зомби медлительно, это хорошо. Кроме вот этих. Они наносят тоже урон. Ой, блин. Ненавижу зомби. О, улучшение гранаты. Но это то же самое, что и у меня. Значит, она никакой пользы не несет. Ладно, пойдемте сюда посмотрим. Может, тут что-то и найдем. Что сказать про само сейчас DLC? В принципе, дохера много новых врагов, которые находят... Ну, типа, зомби, да? Плюс несколько видов я вижу уже. Вороны. Тоже прикольно сделано. Ну, я думаю, все будет в таком духе, да, и продолжаться.
Так, вороны, вы будете на меня нападать? Если да, то давайте я уже искушение. Так, все, они летят. Так, я понял, какие яйца мне нужны. Тихо. Так, ну я думаю, это будет... Тихо. Блин, ну хотя ладно, это не так долго, я вижу. То, что у нас уже их сколько? Много. Вот еще плюс два. Пляс. Пляс. Плюс он сейчас еще толпу вызовет сюда. Я их буду ждать, вон уже летят. Ну, по атмосфере, да, оно красивое, прикольно. Сделано. Плюс своя история. Зомби. Тут диктофон. Ты что, херил? Эй, вы херили? Тихо. Все, мне больше не нужны яйца. Все, успокойся. Слишком их много стало. Так, как стервятники нападают вот это, летают еще около меня. Блин, я сейчас психану и берсерка подрублю, понял? Хотя, да, начальный пистолет, но он наносит нормально, ладно. Дорогая Анна, я стал замечать некоторые странные вещи на заводе в последнее время. Многие рабочие плохо себя чувствуют. Заболели? Странно, но то, что все, что мы прошли медосмотр на прошлой неделе, так сказали, что мы здоровы. И врач, доктор Нет, выдал нам витамины. Он делал все это, ничего не... Сегодня вас завещающая, но были некоторые случаи. Я, как всегда, буду осторожен, я скоро пришлю эхо снова. Со всей любви, что-то там. Да, я сразу начал читать не то, потому что я что-то... Не понял, куда мне идти. Яйца, и мне еще нужно. Хорошо, там лежат. А, там все лежит, хорошо. Хэнк. Эхо устройство мне теперь нужно искать. Хорошо, это третье. Так, патроны. Дробаш у меня полный. Все, яйца есть. Хорошо. Так, значит, что мы делаем? Мы идем обратно. Пока у меня все позволяет, все пока что идет хорошо, ладно. Навидно, да. Просто сейчас идет как бы неполноценная очень игра. Из-за того, что у нас не все то, что было. Враги слабее. По сравнению с тем, когда я чекал сначала вот у DLC. Так, мне туда же, да, нужно? Вижу запись первую, окей. Дорогая Анна, я добрался до Джакобского, и вы будете рады узнать, кажется, это великий и живут, короче, живой город, далеко от вас и детей. Это тяжело, но я только на несколько циклов. Оплата слишком щедрая, чтобы от нее отказаться. Трудился здесь и скоро вернусь к вам, девочка. Мой брат будет зарабатывать о вас все, что... Что зарабатывать? Чего? Короче, я понял. Я отвлекаюсь, нужно будет читать, когда буду стоять. Почему он вот по-русскому говорит? Пускай они в DLC тоже по-русскому говорят. Мне так будет удобней. Так, сокращение пути, да? Я не вижу вообще здесь... Сокращение пути, поэтому мне придется возвращаться обратно, где я был. Мы выполним эту мини-миссию и считайте все. Конец серии. Да, наверное. Ну, это, конечно, не точно, но я вам говорю, это скорее всего.
Да, 8 лямов и ни на что. Магазины дешевка. У меня уровень большой. Ребят, дайте, пожалуйста, мне вещи. На мой подходящий уровень. Ну ладно. Добрый зомби. А зачем мне мозги? Ой, ты тоже клюешься, добрый зомби. Так, ладно. Не буду тратить на вас время. Сир. Извините. Так. Значит, я бегу пока что правильно. А что у меня за второе оружие? Тихо, не плюйся. Воу! Воу-воу-воу, вот это уже пошло что-то поинтереснее, тихо. Камикадзе, камикадзе. Камикадзе — это прикольно. Псих-зомби? Но они тоже медленные. Чтобы главное, в спину мне не зашли. Калека. Да, это прикольно. Тихо, тихо. Дикари. Пипец они. А мне вообще опыта, да, я вижу, не дают за них. Это нормально? Я думаю, что нет. Так, ладно. Дорогая Анна, работа здесь жесткая и нечестная. Ой, и деревья. Анна, деревья удивительны. Вы не поверили бы, если не увидели. Я никогда не видел ничего подобного. Иногда мне грустно в разных, но это окупается, если я смогу что-то сделать. Так, деньги необходимы, чтобы начать новую жизнь. Я мечтаю о красивой усадьбе в Данненхелде. Скучаю по вам, Хэнк. П.С. Передай Салли, что мне понравилась шляпа, которую она прислала. Я ношу ее с любовью. А, Хэнк Райс, я увидел твою шапку, хорошо. Да, они типа дразнят его из-за шапки. Надеюсь, мозги сохраняются, потому что не зря же я, надеюсь, их собираю. Просто здесь типа, хожу здесь. Уже заговариваюсь. Так, ладно, а то сейчас куда-то уйду. Так, мне нужно вернуться в город обратно. Почему я не могу здесь сократить путь? Алло, откройте ворота. Ворота откройте, эй. Это просто неудобно мне бегать постоянно туда-сюда. Ага, плюнь. Плюнь еще раз, давай. Блядь. Честно, она не очень такой, знаете. Когда первый раз поиграл. А когда только зашел, то прежде чем мне вылетело. Было все идеально. Враги были тоже сложены. А сейчас я их могу просто руками валить. И да, за них тоже давали опыт. Хотя у меня был тоже 36-й. Ну ладно. Тихо, что? Патроны. А, так, тут есть проходик. Хорошо. Сверху? Нет. О, здесь. Анна, дела идут все хуже и хуже. Были слухи, что кто-то видел ходячих мертвецов. Сначала бы от этих рассказов все рассмеялись. Но теперь люди говорят шепотом правду. Они говорят, что те, кто вступал в контакт с ними... И? Эй. Чел. Вот черт, а мне уж показалось, мне конец. Проклятый. А, все, я понял. Это не то. Железяк, ангел-хранитель, Хэн, доктор Зет. Вот черт, а мне уж показалось, мне конец. Проклятые бандиты никак не оставят нас в покое. Пришлось здесь все запереть. Я тебя впущу. Ну давай же,
Зараза. Опять чертовы схемы полетели. Может, попробуешь тот переключатель, а? А можно эхо, пожалуйста? Оно не работает. Я хочу магазин заюзать. Ладно. Так, куда мне следующее идти? В принципе, так же, как я сюда и пришел, да? Пойдемте через остров. Мне кажется, быстрее так доберемся просто. Через пляж, через остров. Зомби снова появятся? Нет. Окей, я не против. Я не против того, чтобы зомби больше не появлялись. Любимая Анна, это больше не слухи. Какое-то проклятие было послано на нас здесь, Джакобс Кави. Мертвые поднимаются со своих могил и с голодом до плоти. Вся работа остановилась, и мы беремся за свои жизни. Не бойся. И что есть, это способствовался этот ужас? Я добровольно предложил ему проверить болезни. Дорогая грязная, скаги будут нашим спасением. Доктор говорит, что у них иммунитет к болезням. Я сейчас жду, что там. Это противоядие в больших за предметом города. Я знаю, что это получится, и мы скоро снова будем вместе. Молитесь за меня, Хэнк. Так, окей. Молитесь за меня, Хэнк. Интересно, конечно, узнать историю. Освободился ли он, спасся ли он, либо нет. Что будет, то будет. Ладно. Минус. Мы тратим просто какой... Минус вот это, да? Дал сишки немножко. Это мы тратим какое-то дополнительное время чисто только на то, чтобы пробежать вот этот момент. Из-за того, что там есть срез, но он почему-то не работает. А почему? А чтобы мы просто побегали еще побольше. А, давайте я сдам задание. Так, что мне там дали? Так, гранаты, модификатор. А, мне дали автомат. Класс. Я не знаю, допустим, что вообще здесь можно заюзать. Давайте я пойду на уличку, да, туда. И там тогда закончу. Давайте вот так где-то, да. Так, могу я оружие убрать? Оу, здесь есть командная строка. Оу. Ну, скорее всего, эта командная строка, это не то, что мне нужно. Так, ладно, что мне нужно? Попрощаюсь с вами, и я начну сразу следующую серию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.